Мне не хочется быть человеком, который постоянно недоволен чем-то. Я же не российский либерал. Это вот у них такая задача, там что не произошло. А, построили, деньги украли. Не построили, а почему вы не построили или что-то? Мы уже хотим, хоть украдите, но постройте. Постройте, но вот, но украдите, пожалуйста, в пределах разумного. Потому что, допустим, когда вот Шулявский мост стоит, вот меня это зацепило, вот реально меня это зацепило. Мост за 1 миллиард гривен. Мост. Вот, то есть, 100 метров. Сваи, 150, Катя, 150 метров. Сваи. Значит, сверху полотно, асфальт. Может, там под асфальтом золото? Я думаю, что, наверное, все-таки с учетом того, что люди переживают, вот Янукович же, он на КамАЗах все вывез, да, то есть он деньги забил КамАЗами, и они как поехали туда, вот это, через границу там все возить. И они думают, так, чтобы этого не случилось, давайте мы наши золотовалютные резервы переплавим в арматуру. Вот. И, скорее всего, просто он же не дурак, извини меня, наш мэр, он умный человек. Вот. Но он переплавил в арматуру и построил, в мост спрятал. То есть, в случае, если будут какие-то проблемы уже, как так бы, государство просто взрывает арматуру, вытягивает, и такой, о, смотрите, у нас есть золото. Наверное, я надеюсь. И тогда он может стоить миллиард. Потому что, опять же, вот все как-то, ну, уже как бы цифры, они не впечатляют особо. Миллиард, ну миллиард. Тысяча миллионов гривен. Тысяча миллионов гривен. То есть это вот на то, что там стоят, значит, сваи, залито сверху полотно, мост, обычный мост. К нему не надо подводить коммуникации, то есть ни электрика не запитывать там, ну ладно, электрика там, столбы. Не надо коммуникации, связанные с там... с подачей воды или... Ну, сразумело там. Дом стоит намного дешевле. Дом большой, который вот девятиэтажный дом, это, ну, 10 домов можно построить. Ребята, ну, это, короче, здесь что-то нечистое. Вот кто бы мне что ни говорил, и я только надеюсь, что там арматура из золота. Все, тогда вопросов нет. У мене теж є певна надія з цього приводу. Я думаю, Кличко не підкачає, і все ж таки. Ой, он не підкачає. Арматура з золота. І вообще очень жалко, що його как-то редко стали показувати, потому що эти всякие там готовьтесь к земле, там ещё всякое. Ну, меня это веселило. Ну, слава богу, у нас есть собачники, которые... Ну, дійсно, депутати з партії «Слуга народу» добре справляються з цими завданнями.